Поехали вторую часть. Так. Где этот пидор, блядь? Самолет, где этот шестилой пидор, блядь? Я не понял. Че за хуйня? Опять ты умер. Да ты чё, я бог. Это снайпер, блядь, какой-то. Не надо меня стрелять из минигана. О, ты мне все колеса сбил, а меня нет. Кортеж пути. Кстати, для автоматической винтовки, смотрю, сделали большой магазин на 100 патронов. Видели, да? Да. Прикольно. Видели, видели. Перезаряжается не дольше. Не видели, не видели. А мы видели, ха-ха. Да и похуй. Да будем мы твои склады освобождать, которые пусты? А смысл в этих складах? Ну вы сначала эти подгузники оттуда вытащите. Ну там, короче, покупаешь добро на 18 тысяч, продаешь за 32. А зачем? Твой дороже. Ну там, видимо, и другие товары есть. Это бизнес, мазафака. Бизнес? Бля. Отвалите от меня, нахуй. И чего? А интересно, этот же босс не может платить громилому зарплату, правильно? Ну сейчас пизда мне. Просто чтобы хотя бы хоть как-то деньги. Я умер, обнимая самолет. Надо сбить вот этот каргобоб, сейчас я его собью. Ну чё, убил? Да, сука. Не понял, как ты ещё... Три ракеты в каргобоб? Охренеть! What the fuck? Меня истребитель ракеты разнёс к херам. Вижу, вижу, я сейчас убью его, где он? Я его уже сбил, он падал в этот момент и пустил напоследок мне ракету. Какой наглый ублюдок, а? Не знаю. Блять, меня завалили. Так, блять, надо выбросить все лишнее оружие, не могу так играть. Сейчас выбросим аккуратненько. Почему нельзя скинуть сюда оружие? А че он испугался? Дай сюда. Ну нихуя он, блять, втопил. О, меня-то за что? Меня-то за что? Ты чё, умер что ли? Да ладно. Ты меня что ли убил? Да получается, что да, хотя я в бобик стрелял, вот этот броневик полицейский. А взрывом взорвалась соседняя машина, и ты почему-то подлетел в воздух. Я думал, вообще-то ты выжишь, меня из минигана расстрелял. Я думал, ты выжишь, а ты не выжишь. Может, хватит жрать и будем стрелять? Так. А что ты накидал тут? Блин. Чё, да, я выкинул лишнее оружие. Я играю без оружия. Господи, что взрывается всё? Я не знаю, это GTA. Блять, я просто выбрал. Да, я знаю. Нет, я просто в игре вот сейчас вот, когда захожу в игру. Ну он лишнее выкинул, да, походу? Да, я выбрасываю все лишнее оружие. Потому что у меня оружие стоит на клавише для стрельбы. То есть у меня ничего лишнего быть не должно. У меня почему-то осталась эта, блядь, читерская херня. Ракета для фейерверков, блядь. У меня тоже она появлялась время от времени. Не, ну обычно ее расстреливаешь, она должна у тебя уйти. Я ее расстрелял, соответственно, в прошлый раз, когда был в игре. О! Там это самолет сел на базу военный, блядь. Прикольно. Убей его на лакомбо, на взлетной полосе, он там сел, посмотри как раз. Гад. Так, это какой-то, блядь, чувак ходит на. Единственное, я еще вот хорошо освоил этот дробовик, блядь, смотри. На, блядь, видал как? Ааа, блядь, охуенно. Это который?
Который с барабаном. Ой, свой. Вообще Детка шикарная тема. Только единственное, надо снять глушитель, конечно. Блять, охереть, мне крыло в голову прилетело. Чёрт, ты умер. От крыла. Под крылом самолёта. Мы вообще не говорим. Это вышло случайно. Просто нажал левую кнопку мыши. Что это было? Ситизен какой-то. Не, реально, короче, броневик, этот дробовик в ближнем бою вообще шикарная тема на самом деле, блядь. Единственное, он до вертолета, смотри, не достает. Достает обычный помповый. Прям на копа. Зато копов, короче, да, валит на раз эта херня. Блядь. Сведется к банальных стрельбах. Так, копа, подарки добра, подарки добра, летят подарки добра. Аккуратно там, аккуратно. Аккуратно летят подарки добра. Прошу всех аккуратно. Пошли дела делать, пошли дела делать. Какие дела делать? Дела. Блять, делодельные. Кого я убил там? Я ж там просто убиваю. А, ну. Я издалека стреляю. Мать. Я не вижу, кого я. Так, подожди, это что такое? Это надо вообще выкинуть нахер. Он тут стреляет. Не знаю. Мне нравится, задние винты сбиваешь у вертолетов, они так прикольно падают. Симпортно, смотри, хоп. Аккуратно, там вверх падает. Сука, по мне проехались, блядь. И не говори, это же жизоболь, блядь. Жизоболь вообще. Блядь. Я в дверь вошел и умер. Твоя бронета джипа, бля. Так, ладно. Кто я? Я бог РПГ. А что это значит? Что многие сейчас начнут, сука, умирать. Вот так вот. Это называется стайл. Четкий скилл, блядь. С упреждением. Тварь. Не понял, а вы открыли, ребятки? Надо умереть. Копы должны умирать. Копы не могут жить. Экран только трясется, блядь. Пиздец, не говорю, вообще жизнь какая-то просто. Экрана трясучка. Ну это же РПГ. Там всегда так. А чё у вас здесь пробка, пацаны? Дайте разгребу, бля. Ситизены, у вас пробка, я сейчас помогу вам. У меня есть пробка решательный вопрос. Называется РПГ. Ох ты ж, блядь, как пошло-то, а? Ситизены, мешали мне играть в своё время, твари? Не давали мне машины? На, ладно, бери воду. Не понял, блядь, это что такое было, блядь? Игорёша, ты это с берега не попутал? Йоу, Нига. Это ветра, пулю я ветром. Я понимаю, да, вот это тоже были две такие, с ветром пулю надуло, блядь. Бывает. Я же бог РПГ. 150-го левла. Блядь, завалили. Какой-то этот нубен. Так, мне РПГ закончился, это плохо. Дим, ты что делаешь там? Опять шмотки что ли смотришь? Блять, так и знал. Ну на нового перца, на бабу шмотки смотрит. Херенде. Подарок судьбы, сука. Опа. Как, а? Неожиданно, блять. Стильно, молодежно, блять. Тренд, ёпта. Кто свинья? Задорг, ответишь, тварь, блядь. Кровью, блядь. Прямо РПГ в зубы называется. Новая игра, блядь.
Уеби копа РПГ. Опа! Бежал, к успеху шел, я бы даже так сказал. Коп к успеху шел. Ну, сука, блять, не дошел. Комцумир! Чего? Як? Какой як? Я не помню. Як? Вот такой вот я. Охуела, девочка. Я же говорю, комцумир. Пикс! Для таких дерзких, блядь, у меня есть такая штука, блядь. Называется «Я ебал», блядь. Куда ракета делась? Куда ракета? Гори в аду, сука. Прикинь, а куда ракета первая пропала? Мне повезло, она, кстати, прямо по типам проехала. Офигеть было. А, ты уже появился. Лошоныш. Откуда у тебя, блядь, РПГ появилась, а? Че так? Почему? У меня же 180-й уровень, нужен убятин. Металл, да? Чуть-чуть я умер, блядь. Кто-то там на колени встал и отсосал, блядь. У воздуха, причем что характер. У земли? Да, у земли встал на колени. И впитал. Блин, что-то Вик погиб. Что-то как-то встрял тут в эту... непонятную перестрелку, эту жестокую боль. Так, ладно. Это все хорошо, блядь. Где мой, блядь, Мерседес, ебать? Ладно, сегодня после работы тебя потом покараю, сука. Так, Вик, cover you. Какой ковер? Да ковер, 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 персидский ковер. Какой, блядь, гандон, блядь, персидский, ебать. Опа! Один выстрел, два трупа, учитесь, ложки. Четко. Шеф, блядь, два раза урезали. Я шел просто мимо, нихера себе. Так вот это в том-то вся и боль. Ты идешь мимо, а в итоге умираешь, блядь. Блять, почему я его убил? Вик украл у меня фраг, бля. Сука, она. Жиза. Смотри, летит самолет. Опа! С упреждением, а? Блять, не получилось. Вот так вот. Блядь, сука, как вот. Я же как-то делал, блядь. Блять, сука. Че ты, блядь, не летаешь как надо, ебану? На моей РПГ. Почему не летаешь на моей РПГ? Ладно. О! Это ты че, фу, блядь? Что, сакером назвали, бля. Сука, ебаный вонючий английский язык. Так. Сакер. Как сакер? Да, не говорим. Опа, попал же. Нет, не попал. Блять, вонючий самолет, а? Да я сейчас попаду, блядь. Я же отбол. Блядь, не смейся, блядь. Я сейчас от первого лица буду стрелять. Так бы задумал. Ты же знаешь, я умею стрелять от первого лица быстро. Ты ж туда не улетишь никуда. Что-то Вик прямо жестоко мочит товарища. Чего? Это типа ты меня подстрелил, бля? Понял, кто это его будет? Блять, со всех сторон стреляют, ёб твою мать, какие-то тупые уроды, блядь. Всякие нубины. Так. Что это было, блядь? Нихуя себе меня вой, сбили, блядь. Вой Джамалы. Это какой-то вой, блядь, какого-то, блядь, бабуина, нахуй. Бабуина? Да, да, да. Схавал! Бубия! Схавал, блядь! Схавал! Арбузик, арбузик поймал. Просто повезло, да. Поймали, блядь. Лови. Лови еще. Вкусно, пузо не лопнет. Где моя летела? Не пальчик. Ничего. Повезло, попал. Денежки нужны.
Денежки нужны. Нищеброд. Холи, блядь, кто бы сказал. Говорил, блядь. Бу! Мотила, между двух попал. О, блядь. Ты говорил, мотила, брат! Оп, блядь, понял, да? Оп! Оп! Ух, ёпт. Это чё с... Ай-яй-яй-яй, ой-ой-ой. Ты чё скорострел так быстро качаешь? Трипл килл. Понял, бля, на тебе по жопе. Трипл килл, килл, килл. Блядь, Ситозен ебучий. О, я сейчас возьму свой любимый пистолет, и вам будет больно. Тихо. Сюда я настроен на стрельбу, но Бен умирает. Шансов у них немного. Так, ну чё, почистим пляж. Блять, коп еще живой остался после такого выстрела. Блять, со всех сторон, блин, стой, какой сторон. Блин, я не могу на вас, я коп начинает убивать. Опа-ля. Да, жалко, нельзя флешу поставить на пистолет. Я тебе пистолетом узнаю. Паё! Паё! Чётко. Молодец. Знаешь, куда прыгать надо? Не отвлекает. Бабах. Бабах. Чё делать будем, мне уже становится. У тебя сколько там времени-то уже? Пол четвертого. Ложись завтра в садик. Какой, блядь, садик? Ну, если только того школьника пнуть и уйти, то да, так нет. А. Да ты иди сюда. По ножке попал. По пяточке, по пяточке. Опа. Блять, он сам упал вообще под ко. Блять, нате. Ну, приуныл и упал. А как приуныл, да? Унывал, унывал, потом как приуныл. Нихуя себе. Меня копы дробовиками отталкивают. Полицейский произвол. Какой полицейский? Они просто умирают, полицейский, и все. Ты выжил, лошонуш. Ты еще и выжил? Понял, блядь. Не мог ты выжить после такого. Не выживает после такого. Ис, Борис! Так, ладно. Что там Дима делает? Опять шмотки смотрит, наверное. Здесь, короче. Упси! Шмотошник. Че, во сколько завтра? Посмотрим, все зависит 9. От ситуации. 9. Да я думаю, может быть, пораньше. Посмотрим, как у меня дела будут. Я зайду вечерком на свои, будьте вы. Надо машину ехать. Там помыть будет, еще там кое-что. Раму надо все-таки докрасить. Так, что у нас здесь? О, у нас есть как раз девайс. Та-т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 а. Мисс, что ты бабла пособирал? Зверь, зверь, бабла пособирал. Чё, нихера?
чё, в минуса ушел? Да нет. Ну как, был, наверное, и в минусе, и в плюс, раз мне деньги, при денег примерно то же самое, короче. Ладно, гоу в город. We are coming to town. Поехали. Так, все, по машинам. Город. Я взял самую классную машину. Гиперкар. Одноногого Вилли. Да. Гиперхер. Да. Жаль, не добавили еще 5 квартир, конечно. Вот это тоже нужная вещь. Да, добавили в гаражи, потому что вообще негде хранить. Да вы, блядь, улице... на половине их не ездите даже. Какая разница, на они должны стоять. Если можно. Конечно. Это, они должны стоять, блядь. Какая разница. Они должны так стоять в гараже. Так как истинный коллекционер, меняй их поочередно. Приятно добраться. Блядь! Черт в лестнице, кто, блядь, посреди дороги лестницу строит? Таджики. Может, просто надо нормально ездить, блядь. Ну, понастроили тут, блядь. Ну да, не ты. Лестница все мешает. Сейчас поедем к Диме, что он там делает, посмотрим. Трусики выбирает, наверное. Не знаю. Я еду к вам. А, ты уже купил? Затарился шматьем, блядь. Да этой машине похуй, она будет ехать и пискалиус, блядь. Чё? Ну бен, блядь. По ней видно. Ну бен, блядь. Маршрут, чё ты, блядь. Сам, это, блядь, биатлон на санке уже, а не машина. Сука, вот это угар. У тебя там фара горит, надо бы. Все, нет. Там. Блять, лошара нахуй. Да у тебя жопа огромная просто. Ну, по-моему, в Африке, ну. Ну, бены они такие. Че, сучка, блядь? Боишься? Приехал? Ты не говори. Алло. Представляю свой новый гиперкар. Бэтмобиль совмещенный с чем? С приорой заниженной? С сосиской. Эй. Нихуя его копа переебали, блин. Стальные яйца. Что, блять, было?
Он походу злой. Сальтуха. Сальтуха, братуха. Братуха, сальтуха. Классный бобер. Просто нахуй на смерть. Увези меня отсюда, увези, 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 увези. Поехали. Ну ладно. Нарываешься, что ли? Ой. Так, сейчас приду. Там кто-то фонари бьет. Что за протест? Это мирный протест, да? Коктейли Молотова. Пока еще мирный, да? Полиция. Хватит умирать, нам зарплату снижают. Так работайте, суки. Это слой. Твоя же машина. Экспресс. Нет! Сожгли труп. А ты это попал? Хорош меня давить, блин. Сумасшедший, блять. Да дай мне разгон взять. Дисков нет, как. Прикольно, машина ламера меня убила. Труп машины меня это задницей снес. И написано, все что покончил жизнь самоубийством. Все в огне горит. Пиздец какой-то вообще. Че, давай и еще пригласим. Кого? Народ пригласим. Он, может, Леонид зайдет. Underwater, это ну, который знаю. Король Спарты? Нет, он... Леонид! Он с Леной играет. This is Sparta! Сука! Чёрт, это... Сука, блядь, да? Сука, опа! Блядь. Огонь, огончик! Это олимпийский... Ой, бля. Прекращай. Кто проснулся? Накрыло. Не, я понимаю, но я не такой же. Ой, кто-то не добежал. А куда бежал, пацан, с успехом шел. Не понял, как я готовился убить. Я ж в копа стрелял. Ну что там, возле копской тачки, что ли, тусовались? А, все, я забыл, надо ж съездить. Ну, такая тихая тачка, электромобильчик. Не знаю, надо пойти этот, блядь, как его, поменять оружие, убрать этот с дробовика, блядь, как его. Глушитель? Блядь, ёбать, за мной охотится, ладно. Глушитель!
как я кого-то мог убить? Что, рядом что ли дурак был? Да, я тоже в оружейку где-то поехал. Блять. Ладно. Да не, я самоубился, потому что за мной копы поехали. Соответственно, надо было убиться. Иначе оружейка станет недоступна. Сейчас надо пойти купить оружие. Залетел, блять, такой. Мне нужен срочно дробовик. А в ответ соси хуй. Да? Так, глушитель. Убираем. А сколько игроков? 200 игроков. А, я вообще никого не убивал уже из дробовика. Надо, короче, убить много игроков. Чтобы были рассветки. О, розовая рассветка, нормально, за 5000 все купил. Мне нравится этот звук. Ёбаный в рот, ты собственную машину взорвал. Надо пойдем за трубы. Ёпс. Чей-то труп влетел в это, мне понравилось. Я выхожу, труп чей-то влетает, блядь. Кстати, смотри, розовый дробовик видал, круто. Я бессмертен. А, да, ты же с читами, я же знаю. Да не, мы твои просто с читами, блядь, с читами, лошара. Вот это чит. Действительно, нет тут при чем. Я даже не горю в огне. Люблю запах напалма по утрам. Подожди, у нас Леонид пришел. Здорово, Леонид. Леня! Здорово, ребята! Да, ты это Андрю напиши, он что там делает. Здорово! Пускай заходит к нам. Слушай, Леня. Ау. Есть читы? Ау. Ага. Есть читы? Ага. Есть чё? Ну так есть чё, читы? Есть правый и левый чит. Да пох. Главное, чтоб деньги давали. Нет, у него нету. А ты откуда знаешь? Ну потому что... Шпионишь за ним, подглядываешь, пока он молится. Он честный игрок. Он не как и Лена, они не юзают читы. Слышь, Андервадеру, напиши, чё не заходит-то. Я чё-то не могу понять. Слышь, Лень? Чё не заходит-то? Да. Сейчас скажу. Да, вроде как бы, или он хочет твой. Это. Поехали, как все, хорей. Давай, бля. Садись. Ебать, что за хрень происходит? На к Эклипсу поехали. Да не туда, Эклипс, с другой стороны. Да. Куда едем? К Эклипсу, Эклипс. Давай, к Эклипсу есть. Вон там, видишь, левее такое здание, высокое-высокое, Эклипс знаю, называется. Знаю. Он в другой сессии. Не факт. Насилует. А что он там делает, месяца? Тоже сомнение. Наверное, месяц как бог. Со своими друзьями, наверное, месяц. Так, третья баночка класса. Нормально. Как не вовремя. Я сейчас Лестеру позвоню, не стреляй. Не стреляй. Будь спокоен. Да не твою мать, я ж только сбросил копов. Вик отомстил. Так, а чё он нам отомстил? Я Вик, давай в гараж твой. Беги, граната. Быстрее, Вик, езжай. Блядь. Да, у нас такое иногда бывает. Кинешь гранату, вот блядь, и Ладно, хватит убивать друг друга. Прекращайте. Да японский. Блядь, 52 миллиона. А чё это такая? Я бегу, машина, короче, горящая едет. Прикольно, блядь. Не-не-не-не, я не могу мимо вот этого пройти, конечно. Это Россия. Взорвал. А как я кого-то мог убить? Никого ж рядом не было. Ты слепой, блядь, пиздец, крот. Я прям рядом с тобой стоял. Да ладно. Я не мог тебя убить, потому что я выстрелил в машину, а ваша машина влетела мне в голову и убила. Да. Жиза.
Да, это GTA 5, здесь ничему не удивляешься. Ооо, блять, я не мог мимо такого пройти. Ну как мимо такого пройти, а? Ну как? Не мог... Например, ножичку. Чё там этот Винтер пишет, блять? Белый, блять, солдат, нахуй, ебать. Вау! Ему... Что? Я только нашли, я в копа, так, Андер, значит, не придёт. Я только Ластера позвоню, блядь. Симка Мёрси, ну ладно, чё-то Симка Мёрси с Туманом не хочет. Ну, Туман... слышь, чё, Леонид, Туман тоже стреляется, что ли, с Андервадером? А? Туман стреляется с Андервадером тоже, да? Я, на турле. Понятно. На турле. Им не надоело. Блядь, чё тут произошло вообще? Жесть какая-то. Я сейчас по машине... Подожди, но по этой машине можно ходить? Слышь, Лава, её, наверное, можно использовать для трюков. Прикольно, прикольно. А почему в гараже нельзя на неё зайти? Ну-ка, пойду посмотрю. Чё-то Вик обиделся на Беста, по-моему. Сегодня Вик жестокий. Ну, в принципе, с другой стороны, убивали его так часто. Не по делу. Я вижу крутую штуку. Ладно, харе убивай друг друга. А, нет, смотри, Лам, я не могу на нее залезть в гараже. Да не, мы уже прекратили, Вик, все. Не мочим никого. Хватит. Мочитесь там? Да, за углом мочитесь, блядь. Писаем за углом, блядь. Пыскайте за углом. О, блядь, какие копы, я только выехал из гаража, вашу ж мать. Я тоже взял автобус. Подожди, куда ты поехал? Я пытаюсь от копов уйти. У тебя везем крутые штуки. Вик, садись. Да ты как ты уйдешь, ты их ракетами взрываешь. Я хочу крутые штуки. Я тебе век жизни запомню. Я помогу тебе я уйти. Резко ушел. Как это, блядь? Профи, еба. Дай бог, я опять стопу, блядь. Ламер покинул нас. Почему? Предатель. Шири. А, я думал, он из сервера ушел. Что ты делал? Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Покинул шагрезнецию. Чё? Он покинул сонную лощину, блядь. Опа. Кстати, смотри, хорошо он это вид держит на машину на самом деле. Кстати, это ничто по сравнению с этим. Смотри, как классно едет тачка-то, блядь. Удивительно странно. Вчера ночью вообще как не ехала. А сегодня поехала. Это что такое? Дожди, что ли? Фонарем, на. На. Пиздец, я спрятался. На. Красавчик, бибик, красавчик, бибик, красавчик. Бибик, пидорас, блядь. Маленький. На, фонарём. Маленький, да удаленький. Жопа вжик и больше не мужик, да? Где ты там стонал, а, сучка? Иди ко мне. Оп, клюшечкой. Иди, я в лужу сейчас дам. Блядь, где он? Опа, на, понял, да? О, это же это, Майкл Ахат. Ты к Майклу домой зашел. Слышь, Вик, у нас проблема. Еще и грабанул Майкла. Пацаны, вызовите кто-нибудь крокобоб, мы на крыше застряли. Крокобоб? Да, нужен крокобоб. Денежку дай, куплю. Да, крокобоб. Very need fast крокобоб. Иди нахуй, мелкая дрянь. Опа, тактичка, по-моему. Ладно, взрываем машину. Я просил вытащить члены изо рта. Бибик, пожалуйста. Ты хочешь попробовать выехать, но попробуй. А, Бибик что ли здесь? Ёпта, какие... Да. Да, тут мелкий пидор да здесь. Привет, Леонид. Так, бери машину. Не-не-не, Вик, на ней не выйдешь, она слишком низкая. По-любому не выйдешь, надо взрывать ее к херам. Либо каргобоб ждать. Кто-нибудь вызывал каргобобу? Понятно. Да, давай я с дробовика убью, точно, ни разу этого не делали, давай.
Димука, блядь. Продать машину за 500 тысяч долларов за дробовика у Гондора. Да вот так вот, сука, ёпт. Легко, блядь, не принуждённо. О, смотри, закипело. Пукан у Бибика закипел. Нет, машина закипела. Ладно, прям чем другой возьмем, прикольно. Закипел понос у него в пукане. Леонид становится шефом. Шефом чего? О, рога и копыта. Ты мне не отец. Леня, ты че? Леня, ну зачем, Леня? Блять, вы видели эту хуйню, пацаны? Зачем ты шефом стал? Зачем? Вик, ты видел, что можно делать? Можно головой убивать. А почему? Ребят, вы видели, что головой можно убивать? Нет? Головой убивать? Я только что копа убил головой. Головка это хуя? Смотри, Дим, можно бить головой. Бибик, кто бы сомневался? Кто бы сомневался? Головой можно бить. Головка это хуя. Ух ты, да. Сейчас. А как, подожди. По яйцам, как дам. Не, я головой бил. Прям вот копа он взял головой, сейчас я даже это записал. Не, подожди, нет, головой бей. Че ты на куст залез? Нормально. Кстати, да, добавили новые всякие движения. Да, бьет головой. Короче, перца отряхивается, типа, да. Да, тоже что-то такое. Еще руками дрожит. Я копа только что головой убил. Вообще прикольно, вообще шикардос. Мы вчера со Сильверами я ездил. Как король убил вас, клюшкой. Привет, Ламер, спасибо большое, но мы уже, блин. Ребята, я не в курсе. Вот это глюк, смотри, что происходит. Отпускай ее, Лам, отпускай. Воу, нихера. Ой, блин, что ебать, ты видел, что произошло, Лам? Это была просто адская жесть. Блять, я горю. Не, короче, Лам на каргобобе тащил тачку. Я взорвал эту тачку. Начался, игра начала глючить, и в итоге эта тачка его завалила, и он взорвался и умер, блядь. Тупая игра. Не понял. Вообще же скачка. Так надо его. Был Приус и нет Приуса. Ладно, я сейчас пробегу, я умею гореть и выживать. Бибик, засунь хер снова в рот. Лакомба. Тебе так больше идет. Лакомба. Да ты 5 раз сказал лакомба. Что ты хочешь, блядь? Ответь мне. Ебать тебя. Что-то Игорь, да, сегодня заводится опять, не понятно. Я вас прикрыл, блять, как я лакомку убил, да ебаный в рот. Ну блять, это тупая РПГ, просто машина стреляет, и машина убивает, и пишет, что типа я убил игрока, хотя его убила банально машина, которая стреляла в РПГ. Мне даже на видео написано. Да, накрыло машинкой. Да, я говорю, мы... И знаешь, что характерно, иногда присуждают тебе этот фраг, а иногда не присуждают. А? Ты к бабушке ездил? Пароль изменили. Я же ак этот купил. Бибик. Да ты жертва ЕГЭ, ебать. Будущее. Вот и пытался сдать. Никак не получалось. Так ему еще рано, ему 14 лет пока еще. Детский ЕГЭ. Че, не? Нет. Детского ЕГЭ нет? В 9 классе ЕГЭ и в 11. MMI, we expect... Это у меня до 9 еще. I'll do my best. Мне сейчас 8 этажи. Как они там вырезались? Учители. Анатомию будешь учить скоро. Будешь знать пестик, тычинка. Куда что пихать? Представляешь, как хорошо я знаю анатомию. Узнаешь, что тебя аист принес. Я за убитый чувак аист, знаешь такое, блядь. Нес по дороге, уронил, блядь. Аист, да, по дороге пару раз уронил, не донес. Нет, аист пытался. Он he's trying, but... Аист пытался поднять, но, блин, не стал. О, бля, видали, как хуйня? Он просто понял, что с розовенькими штучками, видела? И с розовыми этими, как...
тормозные меки. О, бля. Блять, пиздец, тачка какая-то тупая, тупая вообще, она вообще не управляет. Это свечара лакомба. Да тебе пизду. Вот я тебя трогал, ты, говнюшка. Да, Игорь, не обращайте внимания, ты же раз. Как ты так реагируешь на эти вещи? Не могу тебя понять. Блять, не думаю, что машину испортили. Да я сижу аккуратненько, попиваю пивко. А я квас пью. Алкаш. Ну ты 18 лет тоже выпьешь впервые. Может быть. Ему, наверное, скорее всего, попадет под новый закон под с 21 года. Да ему это, до 35 не продадут, будут постоянно спрашивать документы, что лицо как у 14-летнего будет. И смех его тоже, за смех не продадут. Ну ну нахуй, какой ему бодяру дай. То есть жить-то недостойно, бодяру. Да, что-то машина какая-то вообще не айс, если честно. А ты купил эти три машины, которые сегодня вышли? Я все купил. Я купил. Теперь все продавай. Права купил. О, брейкдэнс сламер станцевал. Ай. А Мельник че не заходит? Впихнули. А он был вчера. А че он сегодня не заходит? Не знаю. А, он в Москву прилетел. Я взрываю свою машину, ладно, обратно. Упс. Лакомба. Уезжает, скорее всего, в сентябре будет. Мельник, слышь, Мельник же в Москву приехал, иди ёбни его. Да, еще раз скажи так по-русски. Он будет только в сентябре, сказал. Ёбни его, лавашами. Появится пару-тройку дней, а потом только... Нихера себе возьмали Фуджиэма, сколько стоит? 20 тысяч долларов, ребят, слышишь что? Не, я не знаю, я не могу так вот. Я Мельник в сентябре будет? Да, он так сказал. Яйца твои бибик будут на месте, видишь, как хорошо. Будут, да не буду. Аккуратно не заезжай, лакомба. Нет, нет, нет. Блять, я же говорил, нет. Я думал, там коп и накидал туда гранат. Ну да, вот ты чисто на гранату подъехал. Ладно, самоубьюсь. Какая-то сучка, Дим. Какая-то сучка. И в итоге опять валил его возле клипса устроили. А Леонид тачку делает, похоже. Беги, коп, беги. Как вот не взорвать всю эту херню, а? Ну как это не взорвать? Ведь надо взорвать. Все прекрасно это понимают. Надо взорвать. Че, газ впустил кто-то? Слышь, Ирбис, хватит тут впереди. Взрывание. Извини, Дим. Ты стал жертвой обстоятельств. Да, если бы я. Блять, а как Виктор там попал? Я же в копа стрелял. А, он рядом ехал. Ты там, блять, угадал. Я брошу вам на ротана, ебать, твари. Еще на ротана. На ротана, да, еще кипарво. А где Тейлор? Чего? Тейлор, где? Не знаю. Ну, может, не играет сегодня Макс Тейлор. На яхте зависает какой-то. А? На яхте зависает, наверное, как обычно. Какой?
Ну я видел его на яхте сегодня последний раз. А, нет, его нету в игре. Не, он сейчас вышел уже, наверное. Давно уже, его как мы как зашли, его не было. Комбою будем, блядь. Недоебанная. На, сука, по щам. Недоебанная тварь. Мамка заругает сейчас такие слова. Какой-то больной ребенок. Перестань материться, блядь, такая. Да. Иди сюда, Лакомба. Дай тебя обниму. Только давай ты без РПГ будешь, а? Раз обнял. Мальчик без РПГ. Не мальчик. Да ты цыпленок, блядь. Желторотик. Желторотик. Ай! Да он желтофузый. Желтан. Да, да, да. Накося, выкуси. Детка. Давай со снайперками. Давай ты с кастетом, а я со снайперкой. Нет. Че, интересно довольно-таки? О, сбили тебя. Рукожоп, бля. Стрелять учись, деревня. Упс. Да тут пати. Правильно он сделал. Чё правильно? Упс, нифига себе, упс. Прицельно вынес мне. Упс. Ой, упс. Тупс, тупс, сторону, тупс, тупс, тупс. А чё ты так боишься? Ты боишься со мной на снайперка? У коны порвёт. А, что-то меня врубает народ. Пиздец рубит. Пойду-ка я спать. Завтра встретимся тогда. Давайте всем удачи. Хорошо, давай, давай, спокойной ночи. Да.